Здравствуйте! Как избавиться от запаха мочи в почках? Почки свиные. Так, три почки. Килограмм стоит, ну, практически 31 гривна. Здесь полкилограмма, 15,80. Такая вот красота. Я по максимуму вырезаю всю эту белую сердцевину внутри, потому что вот именно она плохо пахнет. Именно вот тут и концентрируется моча, запах мочи. И чисто профилактически, чтобы уже была я спокойна. Ой, я повыше возьму. Видишь, как высоко так оно. Чуть-чуть содой опять. Такой беленький снежочек. Вот. В соде, в принципе, почки могут лежать долго, ничего страшного не будет. А вот в уксусе замачивать нельзя, потому что это мясо, да? Это не мясо. Да, ну все, они будут очень жесткие, эти почки, поэтому вот тут надо будет еще подрезать. Вот так вот. Вот, да, вот это я еще буду сниму. В общем, приведу полностью в порядочек. Так. Ну и уксус, конечно, добавлю. Это уже где-то минут через 10-15. Так, я добавлю опять уксус, опять пройдет реакция. Вот. И я, да, опять я буду промывать и лишь затем буду готовить. Хорошенечко, хорошенечко промой, это выбрасываю. Вот. Ну, в нескольких водах, конечно, нужно промыть. Так, ну что? Ну, пока ты знаешь. Я не такого, ну, в принципе, резкого запаха мочи я не слышу абсолютно, да. Ну, почки, ну, как почки, имеют какой-то определенный запах, но уже без такого, ну, нормальный, короче. Вообще, я люблю замачивать в молоке, потому что нежнее почки, нежнее, когда их замачиваешь в молоке, и запаха действительно не слышно. Это... Ну, здесь тоже я убираю всю эту внутреннюю часть обязательно. Вырезаю и выбрасываю. Так в чем же лучше вымачивать почки? Я вам скажу, вот, на мой взгляд, лучше всего вымачивать их в молоке. Просто приятнее, быстро, как говорю. И затем я почки промыла, потом проварила по 2 минуты в 3 водах. Наконец-то я избавилась от запаха мочи в почках, но появился запах мочи на кухне. Знаете, я даже не ожидала, что почки очень-очень вкусные. Тут главное вовремя все это вырезать. Почечные лоханки повырезать, а в принципе запах удаляется от мочи довольно просто. И вот я варила, здесь нет ни соли, ничего, просто отварила эти почки. И попробовала, они очень-очень вкусные. Я благодарна вам, что вы были со мной, что вы смотрите мои видео. Всего вам самого-самого доброго, а я буду есть почки.